В доме на Ташкентской 170 Валерий Борисенко, в прошлом военный музыкант, в настоящем председатель МКД, прожил уже больше 40 лет. Помнит, как преображалось пространство за его окнами. Сначала появился бульвар перед областной больницей имени Середавина, позже ликвидировали стихийный рынок и гаражи, доставлявшие немалый дискомфорт местным жителям. Осталось благоустроить сквер, отмечает Валерий. Я хотел видеть там, чтобы порядок, чистота была. Это очень красивое место для прогулок, для велосипедных дорожек, для мам с детьми, для пенсионеров. Вдохнуть новую жизнь в сквер на Ташкентской 170 смогут сами жители Самары. Пространство вошло в топ-19 территорий, которые будут представлены на голосовании в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. От активности людей будет зависеть, станет ли эта территория зоной рекреации в 2022 году. Если мы наберем достаточное количество голосов, то наша площадка выиграет, и в 2022 году будут выделены денежные средства, и данная территория будет благоустроена. Это будет законченная улица Ташкентская в рамках реконструкции улицы Ташкентской. То есть от Старозагоры до проезда она уже у нас сделана. Остался только вот этот участок. Ждем программы, ждем комфортной городской среды. Очень хотим проголосовать, очень хотим, чтобы она пришла к нам. Отдать свой голос за благоустройство сквера на Ташкентской может любой житель города. Голосование началось 26 апреля и завершится 30 мая этого года на платформе 63.городсреда.ру.